Сундук – это важный аспект на любой игре в Skywars, ведь оттуда все игроки получают ресурсы, с помощью которых могут сражаться с другими и побеждать. В сундуках чаще всего находятся ресурсы, которые нигде нельзя найти, просто бегая по карте. Любой игрок мечтает залутать как можно больше хороших сундуков, чтобы получить больше хороших вещей. Однажды всеми вами любимый герой Валрус нашел гору сундуков. Это были все сундуки со всех игр Skywars, которые мог залутать только он. Все выглядело крайне неподозрительно, и Валрус решил залутать все сундуки на Скайварсе. Неужели это все мое? Прямо сейчас я все это залутаю, и все вещи на Скайварсе будут моими. Наконец-то! Наконец-то! Что? Валрус впал в депрессию. Все сундуки на Скайварсе были взорваны именно им. Как это произошло, никто никогда и не знал и не узнает. Единственное, что поможет восстановить все сундуки на Скайварсе, это победить без них. Надеюсь, у Валруса это получится. Йо, ребят, всем привет, с вами Валрус. Я вышел из депрессии после того, что я натворил со всем Скайварсом и готов выполнить челлендж, чтобы восстановить все сундуки на Скайварсе. Ведь без сундуков мини-игра превратится просто в жуткий ад, и будет всем сложно играть и неинтересно. Кстати, если вы хотите, чтобы я победил, то, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и давайте по стандарту наберем 2000 лайков. Надеюсь, вы меня поддержите. Давайте тем временем не будет медлить и отправимся покорять Скайварс без сундуков. Надеюсь, мы сможем. Кстати, если ты не подписан или не нажал еще на колокольчик, то, пожалуйста, сделай все эти дела, мне будет очень приятно, и это очень важно. Спасибо! Рекомендую вам канал Бирикса. На его канале выходят разные видеоролики по Скайварсу, по Бэдварсу, он снимает разные интересные челленджи, и он очень талантливый. Я посмотрел немного его видеоролика, мне они очень понравились, там также последний видеоролик обо мне можете посмотреть по ссылке в описании. Давайте реально ему поможем, наберем много подписчиков, но чисто от сердца давайте подпишемся реально, потому что он старается. Ссылка в описании. Повторюсь, а мы начинаем. Наша первая игра начинается с золотой брони. И лутать мы с вами не можем сундуки. Именно с такими словами я буду играть сегодня игры на Скайварсе. Именно этот челлендж я сегодня выполню. Без сундуков челлендж. Я надеюсь, вы поставите лайк, потому что это очень известный, популярный челлендж. Многие ютуберы его сняли, а я нет. Поэтому давайте прямо сейчас поставите лайк. А я, наверное, постараюсь кого-нибудь сейчас уничтожить, если мне получится, блин, конечно. Я думаю, для начала нам нужен будет деревянный меч, чтобы драться. А... Золотая броня у меня из кита, из набора армора, поэтому, надеюсь, он мне поможет. Так, я вижу пацана, он лутает сундуки. Если мы его убьем, то, получается, мы получим вещи из этих сундуков, да ведь? Привет, братан! И давайте его убьем! Убили! Это круто! У меня есть Stone Sword на Sharpness 1, это очень хорошо. И теперь мы можем спрятаться, и это самый лучший меч. Да, это самый лучший меч, мне кажется. Да, потому что сегодня я играю не на Insane моде, а на Normal моде. Да, и это вроде бы самый сильный меч, если я не ошибаюсь. Конечно, можно будет найти железный меч, его зачаровать, но... Нельзя. Так, я даже не знаю, как мне не лутать сундуки. Ломать их тоже нельзя. Я, конечно, мог закликбейтить, назвать, что не лутаю сундуки, буду на самом деле их ломать. Нет, это нечестно. Сегодня мы будем выигрывать чисто без сундуков, и надеюсь, мне это получится. Кстати, тем временем осталось 2 человека, и надеюсь, что я их все-таки убью. А может, не убью. Кто знает. Так, ну привет, братан. А, вон братан мой. Ну, смотрите, у него, в принципе, нету брони. Это очень хорошо. Я могу стрелять в него из лука, ребят. Да что ж такое-то? Да умри ты, блин. А, сейчас все взорвется. Красота. Ладно, я думаю, надо пройти немного на центр, потому что там люди вроде бы еще есть. Поэтому давайте сломаем этот блок. Ага, ага. Убьем, убили. Фу, хорошо. Едим золотое яблоко. Выкидываем. Вот это броня, ребят, посмотрите. У меня есть хороший меч, хорошая броня. В принципе, неужели мы с вами сейчас выиграем? Я, конечно, не знаю, но надеюсь, выиграем. У меня, кстати, есть снежки, яйца, лук и 3 стрелы. Ну, это реально круто. Так, обновили сундуки, но я их не могу лутать. Надо быстрее бежать на свой остров. Я могу умереть. 1 хп, ребят, это гага. Это гага. Да, блин, как? Да что это? Да я же был близок. Да, ребят, первую игру мы проиграли, но надеюсь, именно эту игру мы все-таки выиграем. Для этого нам нужно всего лишь лутать один дуб. А, не один дуб, конечно, побольше, но дуба я не вижу. Я, конечно, не хочу ни на что намекать, но... Где дуб? Дерево? Чё? А где дуб? Или мне кажется, или на этой карте нету дуба? На этой карте нету дуба? На этой карте нету дуба? Пока, пацаны.
Хорошо, на этот раз мы точно выиграем. А для того, чтобы выиграть эту игру, нам понадобится дуб. Я его не вижу. Все, я нашел дуб, вроде бы он здесь. И давайте его добудем, почему бы и нет. Теперь давайте скрафтим себе что-нибудь из деревянных шмоток, чтобы как-то лутаться. Пускай это будет кирочка, и давайте с помощью нее добудем камня. А потом с помощью камня сделаем каменную кирку, добудем железо, и с помощью железной кирки сделаем алмазный меч. Представляете, алмазный меч не лутает в сундуке. Вы когда-то слышали о таком? Я нет. У нас есть Stone Pickaxe, и давайте прямо сейчас с помощью нее мы с вами добудем много железа. У меня есть целых 6 железа. Из которых мы потратим 3 на нашу кирочку. Остальное можем оставить себе. Все, отлично, давайте теперь лутать алмазы. И, ого. 3 алмаза. О, еще есть, смотрите. 5 алмазов, офигеть. Мы сделали себе алмазный меч. Просто за несколько секунд, не лутая никаких сундуков. Хорошо, ладно, не за несколько секунд, но, в принципе, какая разница? Какая разница, за какое время мы это сделали? Мы это сделали, это самое главное. А тем временем у меня нету нормальных вещей, и, блин, это плохо. Давайте подбываем блоки, чтобы с помощью них потом постраиваться. Но они тут очень разные, поэтому будет сложно ими строиться. Ладно, погнали, пацаны, строимся потихонечку, полигонечку, помаленечку. И надеюсь, у меня получится выиграть. Давайте здесь тоже залутаемся. Я не понимаю, зачем вообще на Skywars сундуки, если тут есть такие хорошие руды, из которых можно сделать такие хорошие вещи. Был бы у меня еще один алмаз, было бы очень круто. Но у меня его нету, блин, надо... Есть! Просто посмотрите, насколько сейчас мы с вами сделаем нашу броню. Делаем алмазные штани, делаем железный нагрудник и делаем золотую кепку. Посмотрите на меня. Ну, некрасивый ли я? Я думаю, с такой офигительной броней, с таким офигительным мечом мы сможем прямо сейчас всех убить. Ну, как сказать всех? Остался один чувак, и, в принципе, мы его можем сейчас убить. Привет! И чё ты тпхаешься от меня? У него остается 6 хп, и мы выигрываем эту игру. Уху! Не зря мы все-таки эти... Что? Еще один чувак! Еще один чувак! Ё-моё, я не знал, что тут еще есть. Мы выигрываем эту игру, да. Чё?